Альтернативный способ добычи алмазов осваивают на руднике «Мир» и уже приобрели для этого новое оборудование. На предприятии идет эксперимент. Сравнивают два метода проходки – основной, комбайновый, и вспомогательный, буровзрывной. Какой эффективнее и дешевле, узнала Лариса Удовенко. Мощная, красивая, комфортная новая буровая установка доставлена в шахту рудника «Мир» и проходит предпусковую диагностику. У горняков на эту технику большие планы. Сегодня мы применяем однострреловые буровые установки. И поскольку на следующий год смещен акцент на проведение буровзрывных работ, нам поступила новая двухстреловая буровая установка, произведенная в компании «Сандвик». Стрела – рабочий орган установки. С ее помощью в рудничных забоях бурят шпуры – небольшие скважины, которые заполняют взрывчаткой для обрушения горной массы. Наличие двух стрел, которые позволяют бурить два шпура одновременно. Повышаем тем самым производительность труда и общую эффективность работы оборудования. У одностреловых предшественниц, которые сегодня эксплуатируются на руднике «Мир», для комфорта только крыша над головой машиниста. Управлять же новой буровой установкой будет удобно. К высокой производительности бонусом идет и суперсовременная кабина. Хорошая обзорность открывается непосредственно на забой. Также есть фары, которые освещают хорошо. Кабина закрытого типа, комфортабельная, с шумоизоляцией. Также фильтр присутствует воздуха. Чтобы добывать алмазы, на руднике «Мир» используют в основном проходческие комбайны. В этом году часть горной массы в забоях обрушают взрывами. Идет эксперимент, какой метод дешевле. Альтернативный метод добычи может так и остаться экспериментом. Горняки определят его рентабельность в следующем году. Лариса Удовенко, Алексей Меркулин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».